всех приветствую на канале Дороги Михаила Илюшина. Приглашаю прокатиться вместе со мной по улицам города Саратова. Попробуем сейчас проехать по переулку. Вот здесь вот сейчас. Вот я по нему ни разу не ездил. И тут, как обычно, у нас на Лермонтова стоят троллейбусы. И никак их объехать невозможно, потому что идет встречное движение. Но мы сейчас выйдем на Чернышевского. Я хочу по переулку, по этому, по которому ни разу не ездил. Здесь вот нескучный переулок, вспомнил. Вот и тут вот по этому нескучному переулку проехать. Выйдем на Чернышевского. Просили показать, проехать по кругу Музейной площади. Но получится только Московская, Лермонтова и Челюскинцева. По Челюскинцеву проехать еще так чуть-чуть, так, что сегодня такое движение-то интересное. Прям как под Новый год все сорвались. Вон горит красный, все едут. Сейчас горит зеленый. И никого. Ну, бывает. Вот так вот проехали по нескучному или нескучному переулку. И пока на светофоре, как обычно говорю. Ютубер, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Дзен, Яндексе выкладывают данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Все как обычно, где кому как удобно. Вот. И... да, сегодня вот, забыл сказать, сегодня у нас 6 декабря. Вот на зеленый прется, смотрите, прям в наглую. То есть у него красный, он едет. Сегодня, как говорю, фестиваль идиотов, на который я случайно попал, что иногда так кажется, когда люди едут. Так, улица Чернышевская, это Волжский район. И вот ты думаешь, как это? Ни поворотники не включает, ни светофор не соблюдает. И вот какие-то дни, я не знаю, как вот это, с чем это связано, то прям очень много. Ну попробуем сейчас вот, как вот проеду по Музейной. Потом на Челюскинцев прошмыгнем до Радищева. Да, перед этим же тоже были у меня там сюжет. Вот магазин Юбилейный. Ремонтируется. Раньше, да, можно было по Музейной по кругу поездить. А теперь вот как проедем. Закрыли. Только для общественного транспорта круг можно совершать. Ну, посмотрим. Проедем. И люди у нас прямо здесь, в музее или как-то. Здесь постоянно стоит движуха на этом перекрестке. Это Лермонтова, поворачиваем на Челюскинцев. Главное, чтобы нам тут эти не мешали. Что здесь у нас такое? Непонятно. Вот как обычно. Это да. Хотел, думаю, быстренько проеду. И все, нет, вот попали, смотрите, попали на 109-й троллейбус. Это да. Энгельс у нас идет. Вот они тут встали-то, все красавцы. Так что, кто что увидел, кто смог увидеть из этих троллейбусов, налево поворачивать нельзя. Пересменка, что ли, у них так много и автобусов, и троллейбусов. А здесь, пожалуйста, здесь убирает лед, ходить по асфальту, по тротуару вообще неудобно. Да, сейчас будет долго, наверное, поворачивать этот
троллейбус. Да и мы сейчас будем долго, наверное, переезжать от перекрестка такой маленькой сложноватый. Троллейбус прошмыгнул. Теперь нам прошмыгнуть бы. Вот и мы прошмыгнули. Знаете, повезло. И вот я что вам хотел показать на Челюскин дом. Смотрите, я вам показывал в этом году. Он только там ни окон, ни двери. А вот смотрите, уже достроен. Вот был забор, когда ты его хватал. Частный сектор, как с левой стороны. Когда-то все это было. И вот так вот меняется. У нас же век перемен. Да, это все история. Вот домики с левой стороны, да и прямо видите, тоже у нас это будет потом, когда-нибудь я доживу, может быть. Это же все исторические кадры я вам показываю, которые обмену и возврату не подлежат. Хоть назвали меня краеведом, но нет. Вот гимназия номер 4. Повезло то, что я уже позже проехал, когда детишек забрали отсюда. Здесь, когда приезжаю за детьми, не протолкнуться. Вот так у нас вот Челюскин. Я показывал это в 21-м году, наверное, показывал. Периодически показываю все улицы. И вот пока снега нет, я здесь вот вам проеду и показываю, как это на данный момент. Да, здесь у нас главная дорога везде, кроме Соборной, имейте в виду. Вот люди подходят, да, заметили, люди подходят с этими дебильничками к пешеходному переходу и встают. И не поймешь, то ли он пойдет, то ли он не пойдет, то ли он вот разговаривает. Здесь у нас тоже главная Комсомольская. Или это Некрасова была? Да, это Некрасов, Комсомольский проект. Вот Соборный, подвигаемся, знаки есть. Вон дети падают скользко на тротуаре. Здесь мы пропускаем. Вот такие домики, да лепнин там какая-то. Я только сейчас заметил, что там какой-то товарищ на чем-то сидит с левой стороны. Я не знаю, это вас заметили, не заметили. Кто-то скажет, может, тоскливо, это все, это так удручаешь. Но это же история. Мы же тоже взрослеем, стареем, умираем. И что, не жить, что ли, нам? Так же вот и города, которые так вот. Так, ну, проедем по Кутюкову опять по другой стороне. Теперь ракурс вам покажу. Сегодня ездил тут уже. Вот тут у нас остановочку сделали, еще раз вам напоминаю, перенесли. Так, где-то вам еще про... А, мы сейчас давайте проедем по Симбирской. Сейчас мы проедем. Это мы все в Волжском районе, сейчас пересекать будем Горького, кое-кого. И завернем на Симбирскую, а потом там по Посадской проедем до Рахова. По Рахова проедем, да куда там проедем? Да мне, а, ну да, по Рахову давайте проедем через Синой, по Большой Горной. Я там редко езжу, но не успели. Благодаря автобусу. Вот. И попробуем проехать потом на Большую Горную и до через Синой, потом до Университетской и Соколовой. Мне, конечно, надо в Ленинский район по времени. Посмотрим, как вот будет сюжет. Я стараюсь, чтобы не больше там 17 минут, 20. Да, можно, конечно, на светофорах мне молчать и вырезать это, монтировать. Но быстрей, товарищ. Но есть такая педалька газа, на которую надо нажимать. И вот люди
человеке, ну нажимайте быстрее-то можно. Это вам не в обиду сказано районным населенным пунктом, где можно ездить потихоньку. Здесь у нас как-то приветствуется чуть-чуть побыстрее. Ритм города другой совсем. Ну вот, если видите впереди там, что у нас, гора Симбирь, ну да, из Симбирска вот тут у нас Гоголя. Ну, все это узкие старые улочки. Сейчас пересекаем, это у нас Зарубина Татарская. Можно было по ней проехать, но там светофор выезжать, кажется. А здесь сейчас свернем здесь. Вот я давно ездил. О, домики, которые уже что-то снесли. Которые их уже нету. Частный сектор. Чуть-чуть не повезло, что открыли светофор. Ну, повернем. Мадам такая... Посмотрим здесь, что у нас. Я вам тоже все эти улицы года два назад показывал. Да, вон строится дом какой-то. Так, это у нас какая? Улица Вольская. Пересекать сейчас будем. Здесь надо чуть-чуть смотреть. Одностороннее движение и... светофор. Бабушка идет, и никто ее не пропустит, да? Вот, спасибо. А здесь у нас, вот, смотрите, дома нету какого-то уже. Вот, смотрите, кто кого, да? Кто культурней, тот уступает. Или, а кто наглей, тот едет. Хотя характерно ехать надо всем. Вот место было, бы он мог прижаться. Вот место. Могли бы разъехаться. Но, ну что могу сказать? Все мы люди разные. Хотя правило прописано. И все говорят, что надо быть взаимовежливыми. Так, поворот налево, а у нас что-то никого. Солнце прям в глаз было сейчас и не видел. Ну вот, все по Посадскому, продвигаемся. Прям где хотят. Ну теперь я уже тут проеду, чтобы он прижался. Так, что-то музыка. Так вот. Вот повеселее чуть-чуть музыку, да? Никого? Никого. Вот улица Ракова. Сейчас будем поворачивать на Большую Горную. Сейчас проедем мимо рынка Сеной. Кто-то спрашивал, стоит ли он там, все есть. Да, пока функционирует, хотя я на него не хожу. Не приезжаю, потому что рынок Солнечный, мы рядом. Да и не по пути здесь, смотрите, парковаться. Как вода бежала, так вот ее тут убирают.
И вот такие вот у нас тут сталактиты, сталагмиты, наросты, как хотите называйте. Так, на Форде мужчина что-то потерялся. Ехал-ехал и приехал. Так, ну а мы вот смотрим, что здесь. Стоянку сделали. Полностью стоянку сделали для машин. То есть туда заезжать. Раньше какие-то там были эти. Как это называется? Павильоны. То есть все убрали. Полностью можно туда заезжать и бесплатно. Я так понимаю. Да или нет, врать не буду. Ну, было все с заборами, какие-то стояли павильончики. Как-то так вот. Да, читаю я и сообщения, и ВКонтакте, и везде. Интересно читать, благодарю, спасибо. Вот он моргал, я думал сломался на этом, на какушке-то. А он оказался вот так вот, ему так вот удобнее было, чтобы за ним никто не вставал. 60 километров в час. Что-то вот так ему нравится взять, включать эти поворотники. А там что-то случилось. Наверно, как обычно, университетской. А, здесь стоит газелька. Вот так вот. Аттракцион. Ехать на машине — аттракцион. Угадать, куда повернуть можно, куда нельзя. Так, 11-й ты что сюда зарулил? Ну вот и продолжаю, пока вот не доехали до Соколовой. Уже 17 минут сюжет. Сейчас повернем на университетскую. И на этом буду прощаться с вами, потому что там, как обычно, у нас, я смотрю, небольшие заторы. Вот еще раз продолжаю про то, что читаю. Очень приятно такие сообщения читать. Расписывают про свое детство, про случаи, связанные с Саратовым. Мне интересно. Спасибо вам на этом. Для этого, может, тоже и показываю. Ну вот, университетская, впереди Соколовая. Благодарю всех за просмотр. Берегите себя. До новых встреч. Оставайтесь со мной. Не болейте. До новых встреч в новых сюжетах. Всем пока-пока.